Вітаю всіх у другій частині фільму. Тим часом на ринзі російських гонщик йшла боротьба за першість. А при описі породи навіть глядачі не втримувались в емоціях, бо кожен хвилювався за свого чотирилапого помічника. Недалеко від цієї метушні я побачив одного з своїх знайомих, що милувався сьогоднішнім дійством. Привіт! Привіт. Ти сьогодні виставляєш якусь собаку чи представляєш когось? Ні, я так приїхав побачити друзів, зустрітися. Дуже багато знайомих приїхало зі всієї України на виставку собак. З багатьох спільнот просто хочу бачити знайомих та друзів. І, як кажуть, порадіти за них і за їхніх мисливських собак. І це знайомі з МРБ, душі мисливців, з цих спільнот? І з МРБ, і з душі мисливця, і просто з мисливських колективів, в незалежності від фейсбук-спільнот. Дуже багато бачу тут знайомих. Так само, як і тебе тут зустрів сьогодні. Наступного разу, щоб душа мисливця, МРБ теж несли свій флаг і показали своїх собак. Оце було б дуже круто. Або навіть зробити якийсь окремий для них виставку для мисливських собак. Так, це як ідея. Ну все, дякую тобі. Дякую вам, на все добре. Ні пуху. На ринці російських спанієлів суддя клопітливо описував кожну собаку, щоб визначити, хто з цих красенів яке місце буде займати в ринці. Недалеко я помітив заводчика породи англійського спрінгер-спанієля, що очікує на можливість показати своїх улюбленців. Привіт, Дім. Добрий. Вот ты приехал выставить собачек сегодня? В общем, да. Кого будешь выставлять? Ну, буду выставлять двух собак. То есть английский спрингер спаниель Диса и английский спрингер спаниель Буба. И это какое по возрасту они? По возрасту обе старшей группе. В общем-то, одна уже, конечно, старушка. Ей уже там 9 лет, второй 3 года. Ага. А как ринг? Будет много собачек? Мало спрингеров практически не будет. Мало. В общем-то, будет, наверное, 3 собаки среди сух, одна собака среди кобелей старших. В общем-то, я один, наверное, щенок младший. То есть спрингеров очень мало. Но это ты только начинаешь популяризировать эту породу. Ну, в общем-то, да, только мы же, наша позиция немножко другая. Мы же не стремимся на выставке, мы стремимся в поле, в общем-то. Но опять же, это не наша позиция, вот как мы только что общались с девушкой. Это позиция англичан, родоначальников данной породы, в общем-то, как бы, поэтому... Поэтому стараемся учиться у них, брать лучшее у них, в общем-то, как бы, и пропагандировать это у нас. Після виступу російських мисливських спанієлів я запитав у учасників виставки Віталія і Віктора про їх собак і напрямок розвитку даної породи в Україні. Кого виставляли сьогодні? І як вам рінги? Представляємо клуб РПК «Рос». Це регіональний клуб породи «Русский охотничий спанієль». І на виставці ми з Віктором Очербековим представляли наш клуб. Я приехал со своим кобелем Джокер. Джокер у меня полевой чемпион, четырехкратный полевой чемпион и выдатный полевой чемпион Украины. Я приехал с места Кропивницкого, представляю тоже клуб РПК «Рос». И привез сюда сегодня на выставку спаниеля «Бакс». Первый племкласс, не класс «Элита». Брат по папе Джокера, но мы не чемпионы, мы просто спаниели. Как вам вообще развитие в Украине вот сейчас, в эти последние года, данной породы собак? Ну, честно сказать, в последнее время, то есть порода русский охотничий спаниель стала набирать свою популярность ввиду своей компактности и ввиду своей результативности и, можно сказать, добычливости, да, Витя, добычливости. Да, другими словами не скажешь. Да, я считаю, что вот последние годы тенденция пошла к возрастанию именно по породе русский охотничий спаниель. Несмотря на то, что сейчас появились достаточно замечательные породы, такие как Эпаньол-Бретон, да. Спрингер спаниель зашли на Украину с очень большой популярностью, перебивают они. Да, да, да. То есть интересные, то есть совсем породы. Но кто ценитель настоящей такой классической охоты, ружье, собака и природа, то есть это мы такие, мы, то есть держим русских спаниелей. В этом ничего нету. Эта собака не признана ФСИ, то есть как бы ФМСУ, спасибо, на Украине признает. Мы выступаем, ездим. Ну, а в дальнейшем, то есть, может быть, и примет, как и Финляндия, остальные примут наших собачек.
для охотников, которые уже определились с выбором породы, что бы вы им посоветовали, именно когда они уже будут покупать себе нового питомца? В первую очередь надо брать собак с документами ФМСУ или КСУ. Это главное. Дальше. У собак должны быть рабочие дипломы. Это основа, это фундамент при покупке собаки. Это самое главное. Потому что если возьмете собаку без документов или с какими-то другими непонятными документами, выданными другими организациями, просто у вас не будет дальнейшего допуска к охоте. Вот и все. Ну, а вообще, в общем, плюсы и минусы этой породы. Где бы вы их советовали, в какой местности и на какую дичь использовать вот, для вас? Я скажу честно, да, вот на юге Украины это считается самая универсальная собака. Это птица, фазан, куропатка, перепел, это утка. Значит, по утке сразу, у нас нету, видите, да, лугов. У нас озера, реки и охота с лодки, да. Но сколько компактный собачка, в лодке очень удобно, комфортно. Терняки, камыш, идеальное место для фазана, и собачки с легкостью его туда выгоняют. То есть, в принципе, я считаю, что для нас, для меня, вот, то есть, как бы для юга, для Одесской области, Николаевской, Херсонской, идеально. И эту породу собак держат от юга нашей Украины до севера. Она подходит по всем местностям. Обратно же, на что человек охотится. Если вот там, я живу, центральная часть Украины, у нас тоже есть фазан, вольшне, перепел преобладает. Если у людей выше на север нету, например, фазана, то они великолепно охотятся с ним на вольшне. Перепел у них перелетный есть. То есть другие виды, заяц с голосом, с камыша лисица, то есть вместе с яхтерьерами они работают. Каждый человек, то есть, как бы эту породу делает универсальной, и она становится действительно мини-универсальной в каждом своем регионе. То бишь будущее у этой породы счастливое? Оно было, наверное, есть и будет, но, как говорят классики, любители породы, их очень мало, но мы стараемся популяризировать эту породу, и чтобы больше было ценителей и любителей этой породы. Покупайте, охотитесь, приезжайте, нету ничего страшного, находите нас на форумах, на страницах, приезжайте, то есть мы в гости приглашаем, приезжайте, посмотрите, устроим охоты, то есть нету такого ничего сверхъестественного, посмотрите, как охотятся собаки, на что они охотятся, и сделайте, люди, вы сами выводы. В обід вже була справжня жара. І зовсім незвичні до такої високої температури собаки породи лайки намагались не зганьбити честь своїх власників, показавши гарний результат при оцінці їх екстер'єрних якостей. У одного з відомих власників породи лайки я мав нагоду попитати про його думку на рахунок розвитку цього осередку мисливських собак. Сьогодні я виставляв суку западносибірської лайки. Сука выставлялась в ринге бебиков и щенки. Это до 8 месяцев. Вот. Значит, экспертом был Дмитраш Юрий Ленинович. Вот. Экспертиза понравилась. Получил большую перспективу. Вот. Как бы доволен. А как вам порода лайка, развитие в Украине в последние годы? Лайка, порода западносибирская, я про западносибирскую буду говорить. Да. Порода западносибирской лайки, она, сама западносибирская лайка, она очень универсальная собака. Вот, как бы используется может для разных охот, и по зверю, и по мелочи. И южные регионы могут ее использовать и по птице, фазан в частности. Вот. Если уж как бы говорить в целом, то поголовье неплохое, довольно-таки. Вот. Есть, конечно, отдельные экземпляры, но где их не бывает. Вот. Старший ринг будет очень, очень многочисленным. Записано 42 собаки.
как сегодня будет, я не знаю. Очень сложно, конечно, и собакам, и хозяевам. Вот, температура зашкаливает. Ну а для лайка-то это собака северных регионов. И выживает и показывает себя сильнейшие здесь собаки. Ну а по экстерьеру лайки, они же не летом самые такие. Конечно, в первую очередь ну, они находятся в выставочной кондиции, как правило, в сезон. Сезон это сезон охоты, это зимний период, осенний, там, ну куда еще там на весну они уже начинают раздеваться и ну, не могут показать себя очень хорошо. А как по сравнению с прошлым мероприятием пятой выставки? Более многочисленное, очень, намного больше представлено поголовье, намного больше. Ну, с чем, не знаю, это связано, может быть, я думаю, в первую очередь, наверное, с организацией. То есть перед выставкой была хорошая подготовка, я думаю, то есть работали в осередках, привлекались участники, и только с этим связано. А эксперты с Украины или... Здесь, значит, ринг СУК судит эксперт с Украины Дмитраш Юрий Ленинович. Угу. Ринг Кобелей судит западносибирской лайки, судит Москвитина Елена Юрьевна, это эксперт первой категории Россия. Ринг русско-европейских лайк, карело-финских лайк и восточно-сибирских лайк судит Никитин Владимир. Эксперт всероссийской категории. Ну, как бы это, возможно, это тоже дало свой толчок, потому что к тому, что приехали. Было выставлено такое количество собак. Хороший формат оказывается, но если заметите, она уже немножко заворачивает лодки, лакста стоит, выражен это, подрыв, хотя голова очень хорошая, коронных линий. Единственное, что это, глаз хотелось бы более косой разрез и чуть бровки разрез. Ну, для недостатков очень хорошо. Здесь собаки с неплохими головами, но для средней возрастной группы они уже, это, особенно вот этот собак уже не особо смотрится. Еще это сильно не наказывается, она получает оценку, но старшей возрастной группе, если она будет выглядеть так, ей поставят хорошо. А так породная голова, широковат в основании уха и светловат глазок. Здесь куполка нету, здесь очень развиты надбровные дужки, широковато в основании уха, так называемая серьга присутствует, глаз в умеренно косом разрезе, не глубоко посаженный. Но не, это не очень хорошо, здесь на две косы, жарко здесь. Поэтому ряд недостатков, и собака получает у нас очень хорошо последний. Теперь крупный костяк. Здесь мы уже видим признаки, я бы сказала, излишней крепости. Не могу что, здесь уже небольшое нарушение конституции. Западно-сибирская лайка, но она крепко сухого типа конституции. Здесь собака мощная, просто немного рыхловатая. Такі описи від суден неймовірно прикрашають сьогоднішній день. Бо саме тут кожен мисливець отримував той безцінний багаж знань, що допоможе їм в подальшій роботі з своїм улюбленцем. І лише неймовірна спека вносила свої неприємні корективи в це свято. Але жарко дуже. Це, звісно, градусів 40. Мені жарко, думаю, вам теж жарко. А яка собака? Да. Є температура тіла. Знаєте себе? Скільки? Ну, 38-39 градусів, це норма, на 36. Нам уже жарко, да, а їм? Да. Але чому вони проводять тоді влітку? Влітку? Ага. Це треба задати питання організаторам. Наприклад, я проводив це змагання, знаєте коли? Коли? Десь у березні. І ще найкраще – вересень або жовтий. Так, так. От найкраща така, я знаю, пора. А зараз це жах. Да. Часто. Мені пощастило, моя собака була зранку, да, у мене молода ще собака, до 10 місяців. То я пройшов, вона вже, як полагається, холодку спить. Перше місце взяла та і лягла спати. Але, незважаючи на спеку, ринги продовжували свою працю, радуючи око всіх гостей різноманіттям представлених сьогодні собак. Під кінець цього дня я мав вдачу зустріти біля рингу, не побоюсь цього слова, митця і справжнього професіонала з мисливської фотографії – Сержа Доду. Привіт, Сергій. Да, привіт, Женя. Очень рад тебе видеть. Взаємно. Ну,
Как ты там, собаку пришел показать? Нет, я без собаки, к сожалению, я не выставляюсь. Я пришел просто посмотреть, поглазеть. Вот. Но я очень рад. Что говорится, аж мурашки по коже от того действия, которое сейчас происходит. Вот. Пришел просто пофотографировать. А как вам выставка сегодняшняя? Сама выставка прекрасна. Единственное, что, конечно, выставку портит погода. Очень жарко. Собаки в шубках, соответственно, им гораздо, наверное, хуже, чем людям. Вот. Наблюдал картину, когда собак выносили с ринга на руках практически. На другий день виставки мали визначитись з званням чемпіон виставки, що присуджується одному псу та одній суці, у породі, яка зайняла перше місце у класі еліта. На цей чемпіонський ринг було одно задоволення споглядати. Тут з кожної собаки можна було малювати картину. Саме тому цей ринг у глядачів викликав неабияку цікавість. І поки кипіла пристрасть в обранні чемпіонів, я поспілкувався з учасниками, що вже виступили. Доброго дня. Представляю київське сообщество. У мене собака Паньоло Бретон. Зайняли в рінгу старша возрастна група третє місце. А як вам враження від виставки цієї? Враження дуже такі емоційні, все сподобалось, крім погоди. Дуже важка була погода для собак. Не сподобалось те, що дуже довго тримали западносибірських лайок на рінгу, які собаки вже падали з ніг. Добрий день. Кого ви представляєте і яку собачку виставляли? Доброго дня. Ми представляємо львівську команду. Це собака мого друга, Курцхар. Його звати Рон, йому 9 років. Просто друг зараз знаходиться на сході, і ми вирішили йому допомогти. Показати собаку. Так, останній рік це вже для такого. Ну, як то казав, старша собака, але показала досить хороші результати. Ми взяли свої нагороди заслужені. І тепер можемо йти на пенсію. А як загальне враження від виставки цього року? Досить така хороша атмосфера, дуже багато хороших людей, дуже багато знайомств, дуже приємно. Добрий день, звідки ви? Кого представляєте? Команда Львів, представляє русско-європейську лайку БІМ, перший племінний клас, старша вікова група. Виставилися, виставка сподобалася, дуже багато знайомств, сильні ринги, багато хороших собак. Ну, посіли з 27 собак, посіли 14 місце. Ми задоволені, суддівством теж довольні, в загальному виставка сподобалася. Після закінчення естер'єрних рингів почався Best in Show. І під овацією глядачів закрутився ринг, де експертам довелося прикласти весь свій досвід, щоб визначити з найкращих представників. Єдиного, що буде мати такий видатний титул на цій всеукраїнській виставці мисливських собак. І ось нарешті експерти визначились, розставивши всіх по відповідних місцях. Далі експерти мали визначити найвидатніших з розплідників України. Після Best in Show я запитав у власниці кращого представника породи серед російських мисливських спанієлів про її враження. Здравствуйте. Сьогодні я представляла і виставляла ще три породи собак. Це русский охотничий спанієль, курцхар і дратхар. Русский охотничий спанієль у нас став кращим представником породи.
и посел первое место в классе элита. То есть на сегодняшний день он абсолютный чемпион среди породы русский охотничий спаниель на 6-й всеукраинской выставке охотничьих собак. Самая высокая бонтировка, то есть это бонтировка, то рабочие дипломы, которые даются собаке за ее охотничьи качества, за то, как она работает, где-то выиграла на соревнованиях, на состязаниях, баллы за потомков, ему 7,5 лет, то есть я считаю, это абсолютно заслуженно. Также у нас Курцхар Барбара Центурион, Католик Хаус, она лучшая сука, выиграла в своей возрастной категории и выиграла в сравнении среди всех сук. В сравнении на лучшего представителя породы проиграла кобелю, соответственно, мальчику в приоритете больше. Дратхар у нас тоже первое место в первом племенном классе. На прошлой 5-й всеукраинской выставке он был лучшим кобелем породы. В этом году появились более молодое поколение, судьи предпочтения дали другим собакам. Ну, тоже среди 30 собак Пусив занял 5-е место с оценкой экстерьера отлично, что я считаю тоже весьма неплохо. Ну, поздравляю. Спасибо. Спасибо. Меня зовут Анна Сотник. Есть свой международный ЦАИ-питомник Сотник Групп. Также являюсь заводчиком и совладельцем питомника русских охотничьих спаниелей. В этом году город Харьков представил самую многочисленную секцию русских спаниелей в Украине. И, соответственно, собрал все возможные призы и места со своими спаниелями именно город Харьков. Так что рады со всеми дружить, со всеми общаться, давать какие-то советы или можете за нами, в принципе, наблюдать в интернете также и на многих наших украинских выставках. А в интернете вас как найти? Сайт есть или в Фейсбуке? Интернет – это русские охотничьи спаниели, так и есть секция русские охотничьи спаниели, это Facebook. Интернет – это Сотник Групп, YouTube канал, соответственно, email точно так же называется. Сайт в разработке, но должен вот запуститься с сентября и тоже быть в работе. Ну, так как мы все друзья, больше всего общаемся в Фейсбуке. Рада со всеми дружить. Все, спасибо. Пожалуйста. На завершення, як і покладається, організатори урочисто вручили всім переможцям свої призи. Від себе можу сказати, що такі заходи є неймовірно цікавими і корисними не лише для власників собак, а й для мисливської спільноти України. За що велике дякую організаторам, всім учасникам і особлива подяка від мене всім підписникам каналу, що дарували мені посмішки і гарні слова в той день. Підписуйтесь на мій канал і виставляйте лайки. І буду вдячний за будь-яку допомогу в цій нелегкій, але дуже цікавій справі.